Целью программы не является оскорбить кого бы то ни было лично. Мы лишь угораем с видеороликов, которые пациенты сами залили во всеобщий доступ. Здорово, мальчонки и девчонки! Я проапгрейдил свой Galaxy S4 вот на такую прикольную охренительную модель. Но мне просто в подворотне сказали, что они проапгрейдят, и у меня не было возможности отказаться. Пофиг вообще! Сегодня настало время большого кино! Не говорите, что вы это не любите. Вы обожаете большое кино. И сегодня вы увидите просто гигантский кинематограф. Он такой огромный, что он даже не влезает мне в монитор. Смотрим! Ну, вы видели, да? Мне кажется, вполне достойная заставка. Сейчас должно быть крутое кинцо. Меня зовут Алекс Симонс. Привет, Алекс Сима. Меня отправили сюда расследовать убийство зловещего леса. Кто тебя отправил? Мама-алкоголичка? Ну, потому что хороший человек бы не отправил своего отпрыска расследовать тайну убийства зловещего леса. Как? Как можно убить лес? Зловещий лес. Лес нельзя убить. Его можно только вырубить. Одного вырубил, второго по приколу вырубил. Вот и меня так вырубили. Из психушки сбежал Джордж Клуни. Что? Чувак, какой Джордж Клуни? А, ты когда был в психушке, думал, что ты Джордж Клуни. А потом сбежал. Ну, нормально, тогда все понятно. Нормально. Меня отправили, чтобы исследовать их. Я должен найти убийц, и все, что у меня есть, это мой переносной компьютер. Это называется планшет, а не переносной компьютер. Ну и началось, конечно, действие. Погодите, он же был сзади. Я думал, он сейчас сзади подкрадется незаметно, но он как-то подкрался спереди. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Остановитесь! Мне нужно кое-что у вас спросить! Научись буквы выговаривать! Кажется, я заблудился. Нужно посмотреть дорогу. Что? Нету связи. Зачем? Зачем разговаривать с самим собой? Не, серьезно, вы когда-нибудь видели, что кто-нибудь... О, я что-то заблудился. Посмотрю-ка я дорогу. Куда мне там идти? И качество съемки, конечно, как у свадебного оператора. Где же этот человек? Минуту назад он был здесь. Я точно видел отражение лица в этих камышах. Чего? Братюня, завязывай с употреблением марок! Как в камыше может что-то отражаться? А вообще, знаете, мне нравится качество. Вот именно этого момента. Довольно эффектно он смотрится, как он идет в камышах. Надо только соответствующе заколорить. Назад он был здесь. Я точно видел отражение лица в этих камышах. Колорить видео – это офигенно. О, боже, тут есть кто-то живой. О, боже мой, как эмоционально. О, это маньяк, он хочет меня убить. А, нет, помогите. О, нет, зачем ты отрезаешь мне руку? Нет, пощади моих детей. Нет. Эмоции на грани фантастики. Это типичная херня для школофильмов. Там, наверное, даже эротические фантазии с такими же эмоциями. Да, мне так с тобой хорошо. Нет, не надо. Что вы делаете? Не надо. Кривоногая макака. Нет, не надо! Что он сделал? Окропил его святой водой, что ли? Меня зовут Алекс Симонс, я журналист. Я приехал на это место, чтобы написать статью о лесном мяснике. Снова здорово! Ты же должен был расследовать тайну убийства таинственного леса! А теперь уже о каком-то мяснике должен написать статью. Ну, мясники — это хорошая профессия. Они делают для нас мясо, которое мы жарим, делаем стейки, вкусняшки. Че ты не докопался-то? Ну вот, я стал жертвой этого мясника. И единственное лучшее для меня — это умереть. Единственное лучшее? Есть лучшие блогеры, а есть единственный лучший. Это я. А все остальные просто лучшие. Ну вот, я оказался в другом каннибала. И кажется, превратился в чумазика. Да, за ноябрьскую месяц. Ну, сынок же! И все, что со мной осталось, это мой компьютер. Чего? Этот мясник не успел до него добраться. Воу, можно говорить?
Конечно, мясник не добрался до компьютера. Нахера он ему? Стейк с него, что ли, сделать? И тут мясник выходит на охоту. Но вообще, где логика? Почему мясник его сперва глуханул, потом куда-то ушел, не взяв даже его планшет, который можно было, по крайней мере, забарыжить? Где-то пошлялся, а потом вернулся и с палкой начал бегать за ним? Или, может, он ему просто хочет пару палок кинуть? Маска! Блин, кстати, стрёмная маска! Они её из папье-маше сделали? На уроке лепки в детском саду? В маске любой человек страшнее, чем без маски! Особенно в маске коня! Мальчик убежал, и звук пропал. Наконец-то я сбежал оттуда. Но я на том месте, где были убиты два моих друга. Какие странные подробности выясняются по ходу расследования. Чувак, если ты хороший друг, ты никогда не должен оставлять друзей. Составь им компанию. Умри! Что же мне теперь делать? Остается только сидеть и ждать смерть. А, логика-то какая? Зачем бежать? Зачем спасаться? Ведь можно сдохнуть и обосраться. О, опять классный пейзаж. Немножко колористи от Нефёдыча. А вот так, ну. Он спихнул его за ножку? Какой странный маньяк, он вообще убивать сегодня собирается или нет? Я тут что, пришел посмотреть, как ты его за ножку тягаешь? Или как ты его кроваво расчленишь? Блин, он что, умирает? Какая нелепая смерть! Его убил не маньяк, а он просто упал и от этого умер! Ха, гениалиссимо! Он только что спихнул его, стоял в метре от него. Пипец, маньяк, просто долбохлопище. Полудурище. Порошковым поносом обкакался. Нет, не надо. А, вот он, да. Там-там-там. Уходи. Ладно, я по секрету вам скажу, что это я. Я маньяк. Я хочу покарать его за съемку такой невнятной херни. Хотя и снято на качественную камеру. За это лайк. Но херни, качественной херни. Не надо! Надо! Да! Ладно, концовка неплохая. Из плюсов я могу добавить этому кинематографу качество камеры, парочка неплохих ракурсов, но сюжет полная хрень. В общем, я думаю, что моя оценка будет нейтральной. Но фильм нас с вами позабавил, поэтому все-таки маленький микролайк я ему могу поставить. Вот так вот. Вот так вот? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Добро пожаловать на канал «Экспериментология». Это научные эксперименты в доступной и понятной форме, где каждый ролик основан на отчете о реальном научном эксперименте. Наглядно и понятно рассказано об эксперименте, легко запомнить содержание. Короткие ролики не более минуты, просмотр не займет много времени. Вся важная информация предоставлена в виде текста. Смысл ролика понятен без звука, можно смотреть на уроках. Новые ролики выходят каждую неделю, новая порция знаний. Подписывайтесь на канал и приводите друзей. Нефёдыч смотрит и одобряет. Ссылка на экране и в описании. Наука, мать её.
Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк. Ставьте лайк, если вы любите хорроры. С вами был Андрей Нефедов. Это Алупская ТВ. До новых встреч. Всем пока.